Вечер получился по-настоящему теплым и душевным, несмотря на то, что зрителей было немного, около 20 человек. Некоторые из гостей отмечали, концерту не хватило рекламы в городе. Однако они рады, что удалось узнать о событии и прийти. Мы были здесь на концерте 2 года назад. Вот как раз Павел выступал, священник, и Максим. И нам очень понравилось. И вот сегодня, в такой хороший праздничный день, с удовольствием пришли на концерт послушать новую группу. Изначально группа носила название «Отпуст». Появилась она в 2014 году и состояла из 2 священников – Павла Крысанова и Максима Гортинского. Позже появлялись новые участники группы из прихожан – девушки, играющие на виолончели и синтезаторе. Благодаря этому композиции заиграли новыми красками. Каждый в какой-то степени причастен к музыке с детства или несколько позже. И вот мы с отцом Максимом, с моим другом, который служит в Никольском храме поселка Володарского, решили попробовать поиграть. Ну вот и с этого примерно все началось. Многие музыкальные номера группы рассказывают о вере в Бога, однако сами музыканты хотят, чтобы песни касались не только религиозного человека. В их репертуаре есть композиции как о взаимоотношениях людей, так и, конечно, о любви. Разнообразили переходы между песнями стихи участников группы. Как заразительно весной поет в саду ночная птица. Забыть весь мир и с ней одной в полночном пении летом слиться влечет мотив такой родной. На концерте музыкантами была представлена новая композиция «Когда спят дети», которая входит в мини-альбом «Когда-нибудь». Уже 13 марта он выйдет на всех официальных площадках. Всего же в альбоме ожидается 5 тем, одну из которых можно скачать уже сейчас. А когда дети спят, разве можно в них усомниться? Я видел Бога, но сердце открыто страница. Музыканты признаются, что пока и сами не знают точно, в каком стиле они играют, но уверены, им нравится делиться теплотой своей музыки с другими. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.